Так, здравствуйте. Вот она, голда, мы ее собрали. Вот, ничего с ней не делали, просто проверили, что она заводится, что она работает. Все 5 скоростей у нее щелкают, реверс работает. Вот, по внешке мы с ним ничего не делали. Ну, давайте сейчас посмотрим, что из себя она представляет. А, кстати, да, лобарь мы снимем в любом случае перед отправкой. Просто чтобы поставить поворотники и все остальное, лобовик надо было поставить сюда. В любом случае, все это снимем, не переживайте. Лобовик, наверное, все-таки надо будет вам полирнуть. Вот, есть некоторые нюансы у него. Так он, в принципе, целый. Вот, небольшие потертости имеются. Дворник есть на нем. Все, присутствует хром на морде. Довольно-таки неплохо выглядит. Здесь зеркала. Хром практически облез, он такого зеленоватого оттенка. Сами стекляшки целые. Здесь и здесь все целое. Оптика без повреждений. Все. Вот. Ну, с хромом у него вот есть, да, моменты проблемные, что хром где-то полез. То есть тут уже смотрите, как вам красить будете, не будете. Так. Амортизаторы. Вилка, в принципе, сухая. Здесь, а здесь вот надо будет, вот видите, да? Надо будет делать ревизию по двигателю. Болтики с окислениями, хром также с окислениями. Вот, ноздря тоже хром подслез. Крыло без повреждений. А вот эта вот вторая такая штучка отсюда, она лежит в кофре. Вот, то есть она в комплекте есть, все нормально. Накладки, все, хром тут есть, немножко почистить, полирнуть. Колесо, вот. Резина, ну, резину по-хорошему поменять надо. Здесь тормоза особо не посмотрим, тут крышка, но так вот, насколько чувствую пальцем, вот видно, вот сами диски довольно-таки неплохо выглядят. Еще здесь у нас фара дополнительного света, все присутствует. Боковой пластик, все целое. Вот видите, да, зеленца вот это вот. Ну, это надо чистить все, убирать. Двигатель также есть. Поверхностные окислы. Скорее всего, мотоцикл просто долгое время стоял. Дуга не затертая, то есть не падал. Стоят дефлекторы у него, все присутствует. Отсутствует решеточка здесь, и с этой стороны тоже она отсутствует. Вот, не было их в комплекте. Подножка водителя, здесь хром также имеет небольшие окислы. Подножка пассажира, дуга также без затертостей. С этой стороны все целое, все пластик, весь, все живое. Кофр левый без повреждений. Вот, но молдинг у него немножко хрустнут. Вот здесь вот снизу на центральном кофре также вот есть небольшие повреждения. Сам центральный кофр целый. У него вот она, кстати, вот эта вот накладка на крыло переднее. Чейнджер стоит на 6 дисков. Здесь внутри штатный. Так, вот. Закрыли. Здесь у нас зеркальце с подсветкой работает. Вот, все двигается, все как положено. Сейчас сразу посмотрим сюда. Здесь у нас, ну, собственно, ящик и ящик, ничего нету. Все Goldwing. Сзади кофр, все, спойлер целый. Оптика на кофре целая. Бачок омывайки, выхлоп, есть также небольшие окислы, накладка здесь, все присутствует. С этой стороны все целое, пластик весь целый, кофр чуть-чуть потертый, но я думаю, вы, наверное, будете заниматься этим всем делом. Кстати, вот здесь вот тоже с молдингом есть такой вот нюанс. Сейчас откроем кофр левый. Левый кофр. Так, здесь вот эта штука отсутствует. Инструмента нету.
еще есть, что, по-моему, переговорник, если не ошибаюсь, гарнитура цепляется. Вот это вот кармашек. Все, колонки есть. Седло выглядит довольно-таки неплохо. Ну, кроме вот этого момента. Вот этим моментом вам надо будет что-то придумывать. Бардачок. Все есть. Колонка присутствует. Сумочка с какими-то японскими чеками. Спинка водителя. Водительское седло целое, без каких-либо повреждений. Подножка. Здесь у нас слайдера, вернее, эти дуги, также без затертостей. Ну вот хром, видите, да, зелененький. Вот. Ну, с этим, я думаю, что-то придумайте уже. Здесь вроде как все более-менее. Подножки водителя. Боковая, так, центральная. Вот она есть. Все присутствует. Так. С этой стороны по пластику вопросов нет. Пластик целый. Дефлекторы, все присутствует. Двигатель, ну, то же самое, что и с той стороны. Имеет некие окислы. Вот. Стоял где-то по внутренностям. Зеркала у него целые. Здесь у нас подогрев ручек стоит. С этой стороны также гарнитура цепляется. Здесь у нас бардачок. Все, кнопочки, все как положено. Здесь все есть. Ну, собственно, все целое, пульты целые. Кстати, эта штука работает. Все, все пульты, вот они, все есть. Ручки, ну, вот окисление есть тут. Ручки, наконечник вот в таком состоянии. Вот, ну, чисто косметика, просто косметика. Так, все, вот он завелся. Пробег у него 52 935. Вот, АБС у него вроде, да? АБС-ка вроде, что-то, да, АБС-ка есть. Должна будет потухнуть при старте. Ну, давайте сейчас его заведем. Сейчас немножечко на месте послушаем, как он работает. Сделаем кружочек, проверим оптику, проверим реверс. Бензина мало у него, поэтому как-то так. Все, завелась. Фары. Ну-ка, пощелкай дальним, ближним. Дальний, ближний, что, не? Не, не, дальний, ближний, вот надо будет вам разбираться, да? То есть мы с этим вопросом не разбирались. Поворотник работает здесь. Работает. Ух ты, все громко. С этой стороны поворотник этот работает. Следующий поворотник работает. Стопори все. Все моргают, все хорошо. Так, давай сразу. А, ну вот дворник, как вы видите, да, все работает. Реверс, давай, наверное, попробуем сразу. Все, мотоцикл катится назад, реверс у него работает. Ну и сейчас сделаем кружочек. А, давай немножечко погазу его, Андрюх. Ну, собственно, работает нормально. Сейчас кружочек сделаем. Такой вот большой танк. Круизный лайнер белого цвета. Мотоцикл, на самом деле, технически он, в принципе, неплох. Двигатель работает хорошо. Коробочка работает. Вот. Единственное, что у него грёт. Ну, косметикой надо заниматься. Опа, да, тяжеловатый аппарат, непривычки. Вот. Ну, как бы, как вы видите, работает, двигается. Требует некоторых вот вмешательств по косметике. Ну а в целом, да, вот такая вот у нас голда. В общем, пожалуйста, вот вам видео. Думайте, ждем от вас ответа. Спасибо большое.